Я всех артистов, которые сегодня работали, знаю. И объясняться в любви к ним я не буду, но вот этот спектакль, который я сейчас посмотрел, вот в моем лице все артисты и режиссер, а также все, кто тут работает, приобрели союзника. Я, ну, вообще артисту, который долгое время проработал и работает сейчас, слава богу, в драматическом театре, не может не понравиться эта история, поскольку здесь столько наблюдений о нашей закулисной и не только кулисной грешной жизни, что вы знаете, что вообще вот с первой минуты меня завоевали, взяли в плен и держали в этом плену вот до того, как свет не погас на сцене. Я хочу сказать, что я не знаю, ну, может быть, я нарушу там какой-то замысел режиссера или неправильно назову. Мне вообще очень нравится вот этот жанр, такая драматическая клоунада. Ею редко кто владеет. Это, знаете, или драма, или клоунада. А вот такой синтез не всегда получается. А ребята этого добиваются очень хорошо. Очень хороший ансамбль. Чудесный. Мечта. Я вообще счастлив, что в нашем городе работают такие актеры. Получил очень хорошее впечатление. Шикарный вечер, шикарный спектакль. Я поздравляю ребят от души.